На Свердловской железной дороге сошел с рельсов грузовой состав. Крупная авария привела к массовой задержке, в том числе пассажирских поездов. Как сообщили в пресс-службе Свердловской магистрали, сход 18 вагонов грузового поезда произошел в Пермском крае на участке северного хода Транссибирской магистрали на перегоне Чайковская-Григорьевская. В результате происшествия пострадавших нет. Однако с рельс сошло 18 вагонов, груженных с углем. 6 из них опрокинулось. Поскольку этот участок дороги является двухпутным, один путь оказался заблокирован сошедшим с рельсов поездом, а на второй путь железнодорожники пригнали восстановительный состав, движение других составов по северному ходу Транссиба пришлось остановить. В вынужденном тупике оказались скорые пассажирские поезда номер 1 Владивосток-Москва, номер 12 Москва-Новый Уренгой, номер 70 Москва-Чита, номер 91 Северобайкальск-Москва и ряд других. Поезда местного сообщения и вовсе были отменены. Быстрой ликвидации последствий аварии мешает сложный рельеф местности. Он сейчас упадет туда. Причиной исхода грузового состава в Центральном следственном управлении на транспорте в Уральском федеральном округе называют излом рельсов. В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства схода с рельс грузового поезда. На месте происшествия работают следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой.